Всем привет! Хотела показать вам мои орхидеи, помните, которые я спасла, которых выкидывали. Вот, глядите, какая стрелка, и тут такие бутоны уже большие. Не знаю, какой будет цвет, не помню. Но, по-моему, белый. Здесь у нас вечер, и вот чуть-чуть солнца. Так. И глядите, другой я вам тоже бутон показывал. Как он распустился. Это вот он, я отрезала стрелку, он дал новую. Ой, как показать? Солнце, и не знаешь, как показать. Вот так. Глядите, какие бутоны. Так ему нравится. Такой красавчик. Вот, радует. Она здесь стоит, на окне их поставила. Вот, здесь у нас по вечерам очень много солнца, а днем не очень много. И глядите, еще один. Сейчас его тоже с собой возьму. У меня не для всех горшки есть. Вот еще один такой. Тоже, глядите, такие бутончики. Вот эту стрелку не стала отрезать, он дал новую. Надо было, скорее всего, отрезать. Может, было бы побольше бы цветов. Красивенький. Так что не зря спасала. Ой. Так, на окне у меня стоят. Тот тоже отрезала. Вот, но радует пока эти три. Вот смотрите, еще одна орхидея, которую я подобрала. Глядите, какие огромные листья тоже. Вот она мне вот такую стрелку дала, и вот уже расцветает. Ну, расцвела почти вся. Ну, я не знаю, как показать. Почему-то здесь свет, она прям белоснежная такая. Может, окно открыть. Вот. Я так засвечивается, не знаю, как показать. Я у ребенка в комнате ее поставила. Такая она красота, что когда вся распустится. Так что сейчас у нас такие на продаже стоят, вот, а у меня бесплатная. Так, вот еще моя вот распустилась почти вся, один бутончик остался. Красивый такой. Нравится ему, хотя мне кажется, что я или не дополиваю, либо переливаю, но ничего, нормально ему расцветет. Так, познакомьтесь с нашим новым товарищем. Зовут его, пока еще неизвестно, но типа ням-ням. Хомяк ангорский, рыжий-белый и ручной причем. Ручной. Вот такая морда у него. Ручная. Мы на даче. Вот накрасила я бочки. Буду сюда клубнику и цветы сажать. И у меня муж это идет строительство здесь. Земля, цветы. Вот наши окна. Хочу вам показать, у нас тут полно птичек и яиц навыводила. В общем, хочу вам заснять. Это я тоже сделала клумбу новую. Все только что проросло. Сажал тут в горшки цветы чуть-чуть. Да, Ксения? И муж мне делает слив тут для моих цветов.
тоже сделала клумбу. А здесь мы сделали такой вот домик. И вот птичка сразу свела за 2 недели гнездо. Вон там еще у нас птенчики. Мы хотим накупить больше таких вот домиков. Для них и развесить везде комаров меньше будет. И вчера еще с детьми ходили, телефон не взяла, только нашли чайкины яички тоже. Здесь мы с Ксенией сделали клумбы. Здесь сажаем картошку для детей специально, чтобы они знали, как это зелень тут насажала. Здесь мы все с Ксенией выдернули и сделали. В общем, тоже насажали цветов кучу. Еще некоторые только что взошли. Некоторые просто для красоты. Здесь тоже буду сажать кусты. Наш любимый туалет. Тоже всяких цветов сюда наделала. Сейчас покажу вам. Мы его почти закончили. Ты розовый, да? Линолеум постелили. Ксения делала. И вот здесь у меня такой люксус. Ваза с цветами. Здесь вот туалетная бумага. Ой! Книжка там пишем. У нас называется туалетная книга. Кто зашел, тот расписывается. Ну, там смешные вещи пишем. И для воздуха. Младший проснулся. На пень я еще насажала вот такие, типа кактусы такие. Они разрастаются очень классно, и потом весь пень будет в таких цветах. Еще вот такой тоже посадила. Цветет розовыми цветочками, тоже такой, как кактус на пнях, хорошо растет. И вон у нас там на дереве тоже мох, тоже туда навтыкала. Думаю, что все разрастется там. Так что надеюсь, будет красивее в следующем году. Но тут только что у меня все повсходило. Разных цветов насажала, которые должны всходить каждый год. Посмотрим, что получится. Снимаю вам гнездо. Надеюсь, я не упаду. И надеюсь, вам видно. Такие зелененькие яички там. Потому что слишком много чаек. Вот кто-то уже забрал 2 их. Иногда 4 бывает. 3 больших, 1 маленькое, да? Но это вот одно тоже большое. Но чуть поменьше. Вот, по-моему, морожка. Мольц по-норвежски будем собирать. Потом очень много в ней витамин. Делают крем из них. Ну вот, мольт, те просто уже более созрели цветы. Вот, и вот они. Здесь будет много, мы обычно собираем на зиму. Мы дома, клетку ему домашнюю посадили. И вот он теперь кушает. Дорогу перенес нормально, почти спал все время. И перекусить, а потом тренироваться. Еще ведь выбирает, он не все у нас кушает. Но он выкинул палку. Вики выкинул палку. Покажи, как ты ешь. Такой хороший.
Да что уж ты забоялся, на, говнюк такой. Что это такое? На. На. Ешь. Что это такое? Что это? Что? Не нравится ему, не нравится. Что? Буду заканчивать влог. Всем пока. До новых встреч.